Доброе утро, добрый день, добрый вечер. С вами Андрей Доцент. И это Зов Ктулху. Мы продолжаем выживать в этом безумном мире. В предыдущих сериях кратко нам удалось свалить из города. И мы попали на какой-то склад, где уже начинаем встречать довольно-таки-то непохожих, совсем не похожих на людей существ. Ну, видимо, людей, но они уже, по всей видимости, таковыми не являются. Так. Что нам делать дальше? Мы должны... Вообще, что мы должны? Я уже не помню. Так. Ага. Отлично. Фонарика нету, жаль. Так вот, ползем, подгребаем. Что у нас есть? Короче. О, аптека. Ключи. О, патроны. Ништяк. Че, может наверх куда-нибудь забраться можно? Нет, ни хрена. Так, ну вот ключи, а от чего они? Да ты что? Рут, ты что тут делаешь? Наверное, меня преследовали. Конечно. Это, видимо, от нее мы тогда смотрели в предыдущих сериях глазами, когда кто-то панически дышал и пытался спрятаться за ящики. Дверь заперта на защелку, а этот карниз меня долго не выдержит. Ну все, отплясалась ты. Назад, я что-нибудь придумаю. Стреляй по карнизу. Ай-яй-яй. Что за нафиг? Рассредоточиться! Это... Фак. Чужак! Покажи! Я сейчас присяду... Блять! Спалили! Сука! Короче... Сука, иди нахуй! Блять! Ух ты, ёй! Блять! Ты что ж такое? Ого! Перезаряжай, перезаряжай! Дробовик вообще, по-моему... Ну как, двухстволка. По-моему, самая незаменимая вещица здесь. Так, вот там один. Есть. Так. Будем валить всех. Чё, всех? Ну что? Ну что там опять с тобой, не слава богу? Интересно, вот то, откуда они пришли? Вот, откуда они пришли? Тут что-нибудь есть интересное? Нет? Чё? О! Аптека! Так, может как-то обойти и помочь тебе надо? Залази ты! Ух ты, дурак! Нет, не варик. Еще сейчас ноги только сломаю. Так, что у нас есть? Давай, будем регенерировать, как росомаха. Все, иголка, бинтик, спиртик. И все нормально. Че, я, по-моему, не все залечил. Охереть. Открытый перелом, это как так? Это в тебя так жахнули из дробовика, что у тебя аж кость из руки вылетела. Нихуя. Ладно. Так. Может как-то надо назад вернуться? Наверное, там, где сейф есть в начале, где я сохранялся на втором этаже, может... Помоги мне! Может там надо открыть как-то это дело? Она как-никак единственная, по-моему, что у нас тут ведет на второй этаж. Пусть она только там не юлозит, а то сейчас в натуре свалится. Сейчас опять кто-нибудь, да? Не? Никого? Ладно.
Так. Так, надо сохраниться по такому поводу, потому что... Мало ли что. Мало ли что. Открыто. 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 Вот, да. Да. Это было здесь. Угу. Так, теперь. Лучше некуда. Терпеть не могу высоты. Ой! Ёлки-шпалки-ш. У нас мало времени. Нет, нам надо сюда идти. Да, Джек, да что ж ты как... Я не знаю. О, хорошо как, а? Главное не смотреть вниз. Ребят, видите, как тут сделано? Помоги! Смотришь вниз, и тебе автоматически становится... Ну и чё ты стала? Давай, милая, Брайан ждет нас сзади. Я не Ой. Смогу пройти по стропилам. Вам придется открыть эту дверь. Да? Замок старый и весь заржавел. Где моя Фомка? Выбираемся. На! Иди нас. Сваливаем. Где мой дробаш? Господи, тут какая-то катавась. А, вот для чего нужно было это окно, чтобы отсюда свалить. Давай, перелази. Понеслась. Так, и там в машине этот сидел, хмырь. Ну, давай к нему. Надо сваливать из этого города. Давай, Рут, скорее, черт. Беги! Фух. Так, ребят, у нас есть автомат. Мы это самое. И мы... Свали... Ёлки-палки! Блять! Нихуя! Всё! Сейчас застрелит нас! А, стоп, это наши! Да, влюбленная пара, походу, все. Отправилась стремительно в небеса или в ад. Не знаю я, куда они там. В общем, так или иначе, они не смогли спастись. И чё такое? Чё за глюки? А, он вспоминает. Ой, а чё я в психушке? Опять этот хитман на меня смотрит. И музыка ещё такая. Вообще кошмар. Так вот откуда... Блять! Это чё за нахуй? Вот это глюки. Да, походу с психикой все. У нашего героя совсем дело плохо. Хм. Видимо, вот эта психушка нам и мерещится. Когда у нас совсем припадки начинаются. Ладно. Фуф, ждем. Что будет дальше? Так. Все. Я твое собачье мнение спрашивал. Не забывай. Агент ФБР. О, ну наконец-то, я думаю, хоть. Хорошо. Надо это дело, может, получится как-нибудь договориться, чтобы всю эту лавочку прикрыть. Что случилось? Чё ты? Чё? Блять, мне укололи. Так, мне хорошо. Наверняка мой запас морфия достали. А, мистер Уолтерс, наши друзья в полицейском управлении Бостона считали вас героем до того, как вы умом тронулись. Да? Господи. Я не люблю героев, мистер Уолтерс. А меня ваше мнение не интересует. Кто вы вообще такой? Угу. Джи Эдгар Гувер из бюро. И на вашем Эдгар месте, Гувер? Уолтерс, это... Я бы следил за своими манерами. Ребята, я, конечно, так особо не разбираюсь, но это не тот ли самый Эдгар Гувер. Так, зашел к одной девушке. Мне последнее время не везло, вот захотелось компании. А, вранья. В Инсмаут ездит лишь два типа людей. Блять! Нихуя влепил! Мне и так херово, сука! Внешность обманчива. Сука! Так, меня штормит. Ясно. Доктор Хартстром, будьте так любезны. Чё такое? Чё доктор хочет? Доктор!
Иди нахуй, доктор. Он что-то опять хочет. Эй! Я... Все. Сука! Блять! О-о-о! Хорошо. Давай-ка еще. Жахни. Что-то мне опять потемнело, так? Разбудите его. А, я вырубился. Я так, понимаете ли, вырубился, а и глазами все равно вожу так, хоть уже и темно в них все. Давай, о. Так, приходим в чувство. Господи, меня накачали. Я ничего не знаю. Господи, это ну. Не закончится, мистер Уолтерс. Так что можете быть со мной откровенны. Да? Гувер. Я же сказал, ничего особенного. Дело о пропавшем человеке. Вот не пойму, а что они докапываются до нашего героя, когда в городе такая жопа творится? Что случилось? Блять! Мне страшно. Девка! Блять! Сука. Все, и тут у нашего главгероя Галюна. Да убери ты нахуй! Это же в жопу его себе засунь, блять! Все, мне хорошо. Мне хорошо. Я остановился всего на одну ночь, и мне нужно было... А, мне сыворотку правды вкатали, видимо. Похоже, местным не понравилось, что я в городе шнырял. О боже, Уолтерс! Вам часто приходится вытаскивать из переделки какого-то бродягу, а потом сматываться из города на краденой машине? Блин. Ну, только в хорошие дни, а обычно нет. Гувер, у меня ночка была не к черту, так что я бы очень вас попросил дать мне немного вздремнуть. Вздремнуть? Ладно. Сейчас я чувствую, меня вырубят. Что у бюро за дела в Инсмауте? Во-во, вот это гораздо интереснее. Преступная деятельность, мистер Уолтерс. И весьма организованная. Какая преступная, там мистика нахуй творится. Операции такого масштаба. Но мы не сможем провести операцию, не представив доказательств. Что-то вот этот стоит, ему вообще, по-моему... Я, конечно, благодарен вам за историю на сон грядущий, но не понимаю, при чем здесь я. Благодаря вашему вмешательству пропал Мэкки, а он уже раскопал что-то, то, что мы могли бы использовать. Мэкки? Тот самый? Пропавшим? Агент? Что значит пропавшим? Он должен был приехать несколько часов назад, наши планы меняются. Вы отправитесь с нами в Инсмаут и примите участие в рейде. Наша цель — комбинат Маршей. Да ты чё? Серьезно, что ли? Я не твоя собачка, Гувер. Я не работаю. Во-во, я вообще черта с два и вернусь в этот город. Блять. Вот и аргумент. Блять. Ни хрена. Разбудите меня. Я вас не спрашиваю, мистер Уолтер. Ой, вот ты чё подошел? Опять решил мне? Почему? Да блять. И мы сможем пробежать. Сука, девка. До конца ваших дней. Угу. Вас даже вернут в вашу старую камеру. Иди нахуй. Пошел к дьяволу. Пошел, да? Вот, блять, сука, какой гнида. Вообще все нахер вырубили. Тут и игла не поможет. Я пытался предупредить Гувера о том, что ждет на кабинете, что рыщет во тьме под городскими улицами. Но он не поверил, как всегда. Никто нам не поверит. Да и, конечно. Если так послушать, кто поверит в такую чушь? Ну что, пока они сами не врубятся, пока сами не увидят, до них не дойдет. Да как всегда. Ой, господи. Комбинат Маршей. Так, сохранение. Хорошо. Хорошо. О! Ух ты. Старые машины такие интересные, как-никак. Антиквариат. Слушай, сюда, Уолтерс. Судя по твоему досье, тебе можно доверять. Да, уже доверяете? Вообще, ребят, в легкую, давайте. Что угодно сделаю. Лишь бы шоком меня не саданули, как... Поэтому и иглу в задницу не вставили. Комбинат Себастьян Марш уезжает из города по делам. Здесь он оставил своего сына Джейкоба. Джейкоба? Лучшей возможности устроить этот рейд у нас не будет. Наша цель — взять Джейкоба Марша. Возможно, он — наш единственный шанс вывести семью Марш на чистую воду. Мы должны взять его живым. Сейчас возьмем. Ну-ка.
Надеюсь, вы мой арсенал не отобрали? Мы считаем, что даже в отсутствии Себастьяна комбинат тщательно охраняется. Да-да-да, тщательно! Вон как написано, да? Тебе лучше остаться в машине, пока мои агенты штурмуют вход. Ладно. Это пожалуйста. Я могу так и все дело просидеть. О. Ну тут хотя бы поспокойнее агенты народ, видите ли. Следите за погрузочной площадкой. Не так будет, но не так. Сука, вон же они. Уничтожить их. Ну. Блять, да что ж такое, у меня опять галюны пошли. Не стрелять. Купер, о. Откройте чертовы двери. Давай, открывай. Блять, я так сижу, это, ну это пиздец просто. Блять, мы же... Сука, так я могу наблюдать. Бляха, она... Потряс перед ним грудью. Сука, стреляет, ведь вылезай из машины, идиот. Ну сейчас же ведь по-любому попадет. Во, в натуре, надо сваливать. Вы прыгивай отсюда нахер. Нифига. Нифига садит. Ого. Где у меня... Сука, все что ли? Это все? Офигеть. Так, что он там сказал? Давай сюда, живо. Да что ты говоришь? Ты на меня смотри. Вот так. Что-то... Тот садит? Куда садит? Вообще, по-моему. Что такое? Ты все слышал? Вперед! Нихуя! Что ты нахер? Я тебе сейчас просто-напросто... Нет? Нифига? Ладно. Блять! Сука! Нихуя меня раскрасили. Ну чё, надо лечиться. Так, ребят, пока он стреляет, быстренько себя вылечим. Отсюда мы его не снимем. Снайпера, блядь. Как, вот как всегда, вот как в типичных американских сюжетах. Ничего не могут сделать. Давай, 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 давай. Так. Сука, блядь! Нихуй. Я? Сука. Чё ты, блядь, он какой-то... Что-то так, это пропустить, естественно, дело мы это все видели. Контрольную точку могли бы сделать и чуть попозже. Ладно. Даю, даю. Господи, все, да побазарили, я уже это слышал. Так. Сюда. Сука. Нихуя. Вот, кажется, надо сюда. Так. Так, так. Не попаду. Идем. Отлично. Да ты косой как тут. Так. А это что такое? Сигареты. Нужно к нему подобраться. Мы его не снимем. Есть. Он мертв. Все, мне не в кого стрелять. Ну чё вы там, в кого стреляете? Тут я уже. Я его вырубил нафиг. Главное, ФБР-овцы, такие обученные ребята. То есть, этот вообще Эдгар Гувер. Я его приписал ему класс. И это... А всю работу сделал какой-то детектив, который должен улики там сидеть собирать, а не стрелять во все подряд, как салат. Ведь в описании игры говорилось, вы прежде всего детектив. И только потом... Солдат. Джек, ты на линии огня, иди сюда. Проверьте приемную. Приемную? Давай проверим. Закрыто, сэр. Взломайте, потом проведите зачистку. Да? Я хочу взять Марша живым. Вы в натуре. Закрыто, сэр. Дверь деревянная, а выбить не судьба, нет. Ох, господи. Ладно, Гувер. Какой у нас план? Я хочу знать, так. Откуда они получают столько золота.
Вот кого что волнует, давай здесь а? Осмотримся. Давай, вот вы у меня все забрали. О! Но я все вернул. Благо хоть патроны оставили. Так, что у меня тут на столе? Кружка. Блять, да что ж такое? Ё-моё, я опять от кого-то наблюдаю. Звук шел снизу. Я от кого-то опять наблюдал. Играли в карты. В карты играли. Ну ладно. Так. Какой-то звук шел снизу. Ого, комната какая огромная. Надеюсь, нам тут не придется что-нибудь типа с боссом каким-нибудь. Потому двери что закрыты. Я не смогу их обычно. Открыть. Вон. А, в шляпе, это наш, эти ребята. Да и по очертаниям. Ёхараны бабы. Какого черта? Чё? Помогите. Что там случилось, агент? Ты нашел Марша? Да вы гляньте, что с ним. На что ты уставился, Джек? Он был просто полевым агентом. Он знал, на что идет. Ни хрена ты с людьми. Лифт обесточен. Наверное, его отключили. Ну, как всегда. Смотри этаж ниже и таким людям, как он, генератор. Ему глубоко а похрен. На людей снизов, как говорится. Черт. У него вся кожа слезла. Думаю, он умер от ага. Отскоки. Точно. Вся кожа слезла, это... Ёшкин кот, это же... Фух, это значит какой-то монстр. Тут гадалки не ходи. Это все серьезно. О боже, ну что еще? Что еще случилось? Ужас, что наших всех этих перебили, что ли? Я даже не хочу никуда спускаться, ребят, потому что я только из этой задницы выбрался. Сейчас опять наткнусь на что-нибудь еще более страшное. Это вообще жопа будет. Так, что у нас тут? Администрейшн. Ну, давайте. Администрейшн, она справа. Туда. О! Хорошо. Так, что у нас? Звезда? Блять, надо было прикладом ёбнуть. Черт! Ладно, ребят. Я полагаю, мы здесь сделаем перерыв. Расследовать, что творится на заводе, как... А, комбинате Маршей мы будем в следующих сериях. Ой, спасибо за внимание. Спасибо всем тем, кто смотрит, если смотрит. Да, с вами был Андрей Доцент. Пока-пока.